Всем привет, дорогие друзья и гости моего канала. Друзья, чем я сегодня занимаюсь? Сегодня я варила сыр. Ну, правильно говорю? Варила. В общем, у меня же коза. Купила козу. Такую молочную, нормальную. Вот я за 3 дня собрала 10 литров. Так. И мы еще пьем кофе. Сегодня я хочу хороший кусок сыра приготовить. Ой. Так. Ставлю молоко на газ. Опа. Пока у меня молоко греется, вот я беру пепсин, это сычужный фермент, здесь на 100 литров молока. Так. Сейчас, ой, момент. Вот тут столько, на 100 литров молока. Я уж беру вот, вот так. Возьму. И вот так растворю водой. Так. Все. Идемте к молоку. Я вот так проверяю пальчиком. Молоко стало как парное. Теперь отключаю плиту. И выливаю сюда наш сычужный фермент. Так, вот так выливаю. Вот так размешаю и оставляю. Забываю на полчаса. Так, открываем. И посмотрите, вот прошло там полчаса. Ну, можно подождать, что вот это вот сырное коле, вот видите, отделялось. И вот так вот я вот так поделю. Вот так. О. Я сейчас покажу вам, как я вообще вот это вот делаю на мелкие фракции. Так, не шумовкой, а вот беру вот венчик. И вот так вот, смотрите. Прям на мелкие кусочки она разрезает. Вот, пожалуйста, вам такой лайфхак. Видите, какие мелкие фракции получаются. Все, оставляю еще на полчаса. Пускай вот это все крупинки, они осядут. Все. И будем потом процеживать. Так, все, смотрите, у меня сырная масса осела. Уже вот. Приготовила я 2 таких дуршлака. Это у меня специальная форма для сыра. Так, и беру вот такое сито. И вот так вот прям беру. И выливаю. Так, все, отсюда я лишнюю сыворотку вылила, вот сюда выливаю. Так, ставлю сюда и сверху кладу тарелку и поставлю груз. Так. Так, тарелка это поменьше, это не будет давить. Беру вот так 2 тарелки, так сделаю. Все. Вот так ставлю банку. Вот.
Нужен груз обязательно, чтобы лишняя сыворотка вся вытекла, чтобы никакой воды здесь не было. Так, вот так. Оставляем вот так на некоторое время, чтобы вся сыворотка вытекла. Так, девчонки, сейчас посмотрим, сколько у меня получилось сыра. Смотрите. И вот еще один кусок. Я специально сделала два куска, один кусок маме отдам. Смотрите, вот. Сейчас сверху положу. Посмотрите, какой хороший. Так. Вообще классно. 1 килограмм 488 грамм, друзья. Вот. Сейчас попробуем. Так, этот у меня 664. Так. А вот этот, по-моему, тяжелее. Этот у меня 823 грамма. Так, сейчас разрежу и будем пробовать. Посмотрите, вот на разрезе. Ой, вообще, друзья, смотрите. Домашний, натуральный, полезный сыр. Я вообще люблю соленый. Я вообще из козьего молока я делаю брынзу. Вот. Я прям в соленой воде держу. Это я сделал такой слабый, чтобы Вениамин мог есть. Сильно соленый же нельзя. И ему, и мне. Вот так я могу солить, не удивляйтесь. И с чаем, и с зеленью. Это обалдеть. В общем, друзья, вот такой сыр. Обалденный, вкусный, домашний. Из козьего молока. Можно из коровьего. Тут я все, друзья, видите, вот заставила. Вот посмотрите, какой сыр обалденный. Вот. Если такой сыр вам понравился, друзья, ставьте мне лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Пока-пока.